какой вид стал. Вот здесь была Еруза вместе и гора. Залили бетон. Планировали сегодня заливаем, продолжаем вести разработку грунта вверх. Вот, залили под бетонку. Завтра начнем уже следующие фундаменты. Как только те наберут прочность 70%, будем выставлять готовую и опалубку, и сетку, и армировать, и снова заливать. Прогрев. Продолжаем дальше. Поставим на нее, он потяжелее. Понятно. Грунт работает. Ну, идет сегодня процесс. Сегодня 1 февраля. Вот. Так что я думаю, что все получится в лучшем виде. Ковидочка моя идет на это. Оп, рыбка, рыбка, утренняя рыбка. Какая красавица у нас. Видно. Новое развлечение. Рыбалка ерудинская. Ловим на живца. Утащила! Вот такая у меня. Хорошенькая кисточка.